15 лет, почти 15, на реке недвижимости, компания Arbotoms. Друзья, у нас есть 3 офис, но я вот это за 15 лет понял, что как-то недвижимость, самое главное, что оператор. Качество и месторасположение, друзья. Месторасположение это однозначно. Как раз мы вот в таком месторасположении находимся. И вместе с вами все рядом. Вот. Далеко не надо идти. И с вами сейчас будем смотреть вот эти проекты. Очень качественно. Вот. Действительно, слов нет. Ну, просто надо прожить. Очень качественный проект. Очень хорошо месторасположение. Друзья, с вами компания Arbotom, с вами город Мерсин. Всем доброе утро. Доброе утро, оператор. Доброе утро. По-турецки? Гунайден. Гунайден. Всем гунайден, друзья. Доброе утро. С вами город Мерсин и Arbotoms. Если у вас настроение плохо, не идите на работу сегодня. Правда? Сидите дома на жопу ровно, потому что как-то настроение плохо, это для вас тоже плохо, для своего здоровья тоже плохо. Поэтому, друзья, начинайте позитивно, хорошо, с утра, чтобы у вас день прошло очень-очень полезный, друзья. Очень полезный, чтобы день прошло у вас, потому что надо улыбаться, надо смеяться, надо обнимать свои коллеги, друзья, родственники, соседями, надо потрогать друг друга, обмен энергии нужно. Это просто мотивация, это позитив, друзья. Как-то вы позитивнее будете, у вас все будет отлично и будете успешный человек. Так что с утра так надо энергию набрать. Из Турции, из Мерсина, всем отдаю свои энергии. Всем отдаю. Получается аппарат? Есть, вот идут. Через камеру. Идут. Отдаю энергии, чтобы люди начали позитивно, хорошо. Давайте теперь поднимаемся. Наши сегодняшние предложения отлично и более близки. Посмотрим. Поехали. Цвет настроения синий. Кто это поет? Аппарат. Киркоров. Филипп Киркоров. Ну, уже старый, да? Раньше было. Аппарат собирает. Друзья, теперь мы вместе с вами внутри квартиры. Отделка качества. Балденно. Балденно или обалденно? Тут все вместе. И балденно, и обалденно. Короче. Качество отлично, друзья. Еще месторасположение тоже отлично. Скоро мы вам все это покажем, расскажем. Не знаю, как это можно все вам через камеру вот эти эмоции донести. Мне очень понравилось качество. Самое главное, это как-то вы понимаете, вы знаете, друзья, как-то уже начнете жить, спать, лежать. Как-то уже начнете внутри здесь потрогать, чувствовать, так-то это чувствуете, что качество нужно. Надо жить качество. Так что есть на продаже 2 плюс 1, 3 плюс 1 и 1 плюс 1. 1 плюс 1 86 квадратный метр и 2 плюс 1 150 квадратный метр и 3 плюс 1 170 квадратный метр, друзья. И еще я вам хочу сказать, здесь очень богатая инфраструктура. Есть гараж, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, друзья. И место барбеки тоже есть. Огромный большой сад. Короче, городская инфраструктура все рядом. Еще в самом комплексе есть инфраструктура богатая. Еще качество. Для качества жизни еще что нужно? Все есть. Короче, это уже
перехожая, широкий, вот такой широкий большой перехожий, друзья, вот такой широкий большой перехожий, с левой стороны вот такой шкаф, с правой стороны вот такой декорация. Конечно, вот это не выходит стоимости, это просто демонстрационная квартира, там напротив у нас балкон огромный, большой аппарат, покажешь, да? И здесь вот такой шкаф длинный, вот потолки очень высокие. И здесь общий санузел, еще дальше идем, и это уже родительская спальная комната. Вот огромный большой окно, светлая квартира. В самом деле, друзья, еще море тоже недалеко отсюда, буквально 150 метров. Море очень близко. Здесь район Тюмень, где есть песчаный длинный широкий пляж и родительский санузел, как хамам, да? Как хамам. Вот такой. Очень качественный аппарат. Я от тебя прошу качество более близко. Покажи, пожалуйста, хорошо? Потому что редко можно найти. Огромный большой вот такое окно. Тяжело, в самом деле тяжело. Французский балкон. Внизу здесь будет комплекс, магазин, ресторан и кафе будет. И здесь уже гардеробная комната, друзья, вот в таком виде она продается. Если вам нужна более подробная информация, друзья, через Viber, WhatsApp, Telegram к нам можете обращаться. Мы вам отправим актуальный прайс-лист, мы вам отправим планировку. Так что, куда мы теперь попали? Попали в спальня, еще одна спальная комната, детская комната. Здесь уже балкон только застеклено. Вот здесь тоже шкаф. Да, молодец, Турки, да? Очень красивый, хороший строится. Аппарат тебе нравится? Хорошо. Скажи честно, купил бы себе? Да, да. Очень красивый, очень, да? Очень уютно и привычно. Да, да, очень красивый. И покажи вот эти детали, очень красивый, самый белый. И здесь уже детская комната, мы вместе с вами попали. Детская комната, еще один санузел здесь. Очень красивый, давай, идем сейчас, давай, первый балкон, да. Так что, друзья, если вам нравится качество жизни, можете к нам обращаться через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Так что, действительно, Мерсин – это очень быстро развивающий город, и особенно еще Тюмень, потому что Тюмень действительно почти русский район. Вот такой сад. Вот посмотрите, вот такой сад и огромный большой сад. Может быть, спускаемся внизу? Посмотрим более близко. Давайте, пускаемся. Поехали. Чем выше, чем лучше, потому что открывается у вас вид, панорамный вид, обзор очень широкий, друзья, море отсюда 150 метров и очень красивый вид, и никогда не закрывается ваш вид, друзья, впереди, потому что высокие дома нету, только три этажа дома есть, и после третьего этажа уже балденный вид, друзья. Так что, друзья, мы с вами пускали. Вот инфраструктура, здесь огромный большой бассейн, и такой зелень, пальмы, и есть еще кафе, детская площадка, и тренажерный зал. Очень красивый, в самом деле, друзья, район Тюмень, с вами, друзья, Своня. Так что, друзья, еще раз напоминаю, город Мерсин, с вами компания Arbatoms. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья. Подписываемся не только на наш YouTube канал, еще Instagram, еще Telegram. Подписываемся, чтобы каждый день изучать, что происходит в городе Мерсин, и полезные информации можете
набрать друзей. У нас нет такой ерунды и какой-то сплетничи. У нас только для вас полезная информация, друзья. Так что, если какой-то вопрос будет, конечно, как владелец компании, можете ко мне тоже обращаться. Я 24 часа вместе с вами на связи, друзья. Это моя родина. Пишите, звоните. Ваш консультант, я всегда с вами на связи. Всем желаю счастья, удачи, берегите себя. Пока-пока.